це не фільм жахів, це херсонські реалії. А якщо бути точнішим, то просто спосіб порятунку власних осель. Таким чином, мешканці житлового будинку по вулиці 200 років Херсона 39 Таврійського мікрорайону вже понад 10 років мають пристосовуватись до умов, в яких доводиться проживати. В течение 5 лет у нас очень сильно течет крыша. Раньше это было, она текла, течет 10 лет, но было проще. А сейчас после каждого дождя по 15 ведер воды приходится выносить в квартиру, доносить, выливать в туалет. Вот поэтому здесь на крыше у нас понаставлено над каждым, там где протекает, выворка 4-ведерная. Если дождь всю ночь идет, приходится в 2 часа ночи вставать, сливать, потому что через верхи течет квартиру. Поэтому так мы мучаемся. Чималу колекцію різноманітної тари, у якій крапає зі стелі вода під час негоди, мають мешканці і у власних квартирах. Щоразу після дощу робити ремонт люди вже не в силах, тому їм доводиться миритися з цвіллю та грибком на стінах. Обдерті шпалери та обсипана штукатурка – на це вже ніхто не звертає уваги. Адже будь-які зусилля навести лад в оселі – в цьому випадку марна справа. Зробили ремонт везде, в прихожій, пошпаклювали потолки. Все это поотваливалось, обои пришлось снять. По стенам бежит просто вода, стены цветут. Все время приходится обрабатывать стены специальными растворами противогрибковыми. Подставляем миски, тазы, дежурим на крыше, на чердаке ночами, выливаем воду постоянно из ведер. Каждый раз после дождя у нас замыкает электроэнергию. Эти звонки не работают у нас. Уже, как говорится, делать бесполезно что-либо. После восстановления со следующего дождя опять замыкает. То, что у нас электроплиты, вы сами понимаете, кушать, приготовить невозможно. Чай нагреть тоже. Як дощ, це для нас, знаєте, сплошне нещастя. За 30 років існування цього будинку жодного разу не виконувався навіть косметичний ремонт покрівлі, хоча мешканці щомісяця справно сплачували кошти за квартплату. З кожним роком проблема ще більше загострюється. Колись щільне покриття вже перетворилось на суцільну марлю. Мешканці самостійно та за власні кошти мусять латати дірки. Втім, результати роботи сходять на нівець, адже люди просто не знають ані навичок роботи, ані специфіки їх виконання. Даже не помогают какими-то там, будем говорить, хотя бы ту же смолу, там рубероид, там попили, еще какие-то строительные материалы дали для того, чтобы можно было хоть что-то делать. Вот. А так приходится все покупать за свои деньги, делать самому, выбирать время, потому что тоже есть и работа, как говорится, занятость. Вот. Ну, изыскуешь возможность, чтобы что-то как-то что-то сделать. Втім, комунальники готові йти на поступки мешканцям та пропонують їм дольову участь в ремонті покрівлі багатоповерхівки. Нам предлагают долевое участие в ремонте крыши. КП Таврический говорит, что вы соберете деньги, а это очень значительная сумма. Мы узнавали, ремонт крыши стоит где-то, весь ремонт, ремонтная бригада где-то 42 тысячи, ну а только на материал, наверное, где-то 1020. Ну, получается так, вы купите материалы, сделаете работу, а мы вам сделаем скидку 10% на те, на ту себестоимость, которую, ну, на квартплату, которую мы должны платить в месяц. Тогда напрашивается вопрос, зачем мне ваши 10%, если я покупаю материал за свои деньги, сам делаю, все сам делаю, и 10%. Это уже как-то, в общем-то, не по-людски, будем говорить так. Мешканці будинку неодноразово звертались до всіх інстанцій за допомогою. Проте за кілька десятків років назбирали лише купу макулатури у вигляді відписок та обіцянок розглянути це питання. Первая жалоба от жильцов пятого подъезда поступила в 1999 году. С этого времени мы каждый год просим, жалуемся, ходим, обиваем пороги, но результата нет никакого. В 2010 году инспекция с нагляду за станом житлового фонду составила акт, где сказано, вот я даже подчеркнула, что ремонт кровельного покрытия над подъездами 5 не выполнялся. Состояние рубероидного ковра крыши неудовлетворительно. Имеются многочисленные места вспучивания, воздушные мешки, трещины, места застоев воды. Но этот акт есть во всех инстанциях города Херсона, но абсолютно никакой реакции нет. 20 числа я непосредственно была на приеме у Владимира Сальдо. Никто конкретно ничего не пообещал.
Сказали, как много крыш текущих в Херсоне, сказали, как трудно, как много денег надо. І все, на цьому все закінчилось. В управлінні житлового господарства запевняють, що капітальний ремонт покрівлі будинку по вулиці 200 років Херсона 39 вже проводився у 2008 році. Щоправда, лише частково – над третім та четвертими під'їздами. Цю дев'ятиповерхівку вже внесли до титульного списку на наступний рік. Втім, 100% гарантії, що ремонт все ж таки буде зроблено, вони давати не поспішають. У 2008 году на этом доме проводился капитальный ремонт. Объемы, значит, порядка около 700 квадратных метров. Сумма, которая была предусмотрена в местном бюджете на капитальный ремонт в 2008 году, составляла 43 тысячи гривен. Произведен в 2008 году был ремонт над третьим и четвертым подъездом. Запланировано проведение в 2011 году и, соответственно, включено в проект титульного списка на 2011 год ремонт над первым, вторым и пятым подъездом. Якщо влада найближчим часом все ж таки не виконає капітальний ремонт покрівлі, мешканці будинку вдаватимуться до більш радикальних методів. Про всяк випадок вони вже збирають всі необхідні документи для того, аби відстоювати свої права у суді. Віра Прохолодна, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.